Доброго времени суток всем зрителям канала «Час ремонта». В этом видео я расскажу вам о лучших бензиновых мотопомпах для чистой воды в 2023 году. Какие модели пользуются наибольшей популярностью среди покупателей и действительно заслуживают называться лучшими? Это и предстоит выяснить. Как обычно, в описании я оставил ссылки на все мотопомпы, представленные в моем рейтинге. Перейдя по этим ссылкам, вы сможете узнать актуальные цены и технические характеристики. Готовы? Погнали! Свой топ я хочу начать с модели Hütter MP25. В ее основе лежит одноцилиндровый двухтактный двигатель с пропускной способностью до 7,8 метров кубических в час, который способен перекачивать воду со скоростью 130 литров в минуту. Мощность двигателя составляет 1,5 лошадиные силы, а объем топливного бака равняется 0,7 литров. Установка данной мотопомпы возможна на горизонтальной поверхности за счет удобной и прочной стальной рамы, а также устойчивых ножек. Для ее более удобного перемещения предусмотрена специальная рукоять. Конструкция устройства обеспечивает исправную работу без предварительной заливки, позволяя откачивать воду с большой глубины, достигающей 8 метров. Такой агрегат как нельзя лучше подходит для осушения небольших водоемов и может выступать основным силовым элементом оросительной системы. Его вес составляет всего 8,7 килограмма, напор воды может достигать 30 метров. В комплекте имеются набор инструментов, фильтр и емкость для смешивания топливной смеси. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про небольшой вес, удобную рукоятку для переноски, устойчивую и прочную металлическую конструкцию, производительность, экономное потребление топлива и мобильность. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Хотите быть в курсе различных технических новинок, тогда подписывайтесь на канал «Час ремонта» и не забывайте кликать по колокольчику, чтобы не пропускать выход моих новых видео, которые я выпускаю регулярно. Далее в моем рейтинге идет модель Carver CGP3050, которая обладает четырехтактным двигателем мощностью 7 лошадиных сил с ручным запуском. Что же касается производительности, то она составляет 500 литров в минуту, чего вполне достаточно для обеспечения водой частного дома или небольшой фермы. Устройство рассчитано на глубину до 7 метров, напор водяного столба достигает 30 метров. Корпус мотопомпы выполнен из металла, что делает ее практически невосприимчивым к нежелательным механическим воздействиям. Объем топливного бака составляет 3,6 литра, а весит агрегат 21,5 килограмм. Примечательно, что эта модель подходит не только для чистой воды, но и для слабо загрязненной. Помимо всего прочего, не могу не отметить диаметр патрубков шланга, который составляет 50 мм, а также допустимый диаметр твердых частиц, который равняется 5 мм. В комплекте имеются хомут, свечной ключ, накидная гайка, прокладка, фильтр и штуцер. Что же касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про компактный размер, высокую мощность и хвалят отличное соотношение цены и качества в целом. А вот про какие-то по-настоящему ощутимые минусы говорить не приходится. А что вы думаете об этой помпе? Не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующая мотопомпа, о которой я хочу вам рассказать, носит название Stavr MPB25/1470. Эта модель оснащена одноцилиндровым двухтактным двигателем мощностью 2 лошадиные силы. Объем топливного бака составляет 0,9 литра. Что же касается производительности агрегата, то она равняется 167 литров в минуту, тогда как максимальная высота подъема достигает 30 метров. Устройство рассчитано на глубину всасывания до 8 метров и весит всего 7,5 килограмм. Диаметр входного и выходного патрубков составляет 25 мм. Данная мотопомпа комплектуется двумя соединительными патрубками, двумя гайками для них, тремя хомутами, двумя прокладками, свечным ключом, фильтром, четырьмя ножками с креплением, отверткой и емкостью для смешивания. Среди ее основных преимуществ можно отметить стандартный размер патрубков, который позволяет подключать рукава разных производителей, низкий уровень шума при работе, относительно малый расход топлива, компактный размер и автономность, потому как устройство не нуждается ни в каких дополнительных подключениях.
Что же касается положительных отзывов пользователей, то в них обычно пишут как раз про те преимущества, о которых я рассказал несколько секунд назад. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Интересует стоимость данной модели, тогда загляни в описание, где я оставил ссылки на толковые магазины с самыми привлекательными предложениями. На очереди модель Hüther MP50, которая оснащена четырехтактным двигателем мощностью 7 лошадиных сил с ручным запуском. Такой мотор обеспечивает производительность, которая равняется 600 литров в минуту, что является действительно внушительным показателем. Корпус данной мотопомпы выполнен из прочного металла, который защищает ее от нежелательных механических воздействий. Диаметр патрубков шланга составляет 50 мм. Что же касается объема топливного бака, то он равняется 3,6 литра. Весит агрегат 22,5 килограмма. В комплект входят свечной ключ, набор инструментов и фильтр. Помимо всего прочего, не могу не упомянуть высоту подъема, которая составляет 32 метра. Также обязательно стоит отметить, что мотопомпа рассчитана на глубину всасывания до 8 метров, а диаметр пропускаемых частиц составляет 5 мм. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про невысокую стоимость, хорошую производительность, напор, стабильную работу, крепкую металлическую раму, компактный размер и хвалят высокое качество сборки в целом. Примечательно, что про какие-нибудь по-настоящему ощутимые минусы речи не идет. Узнать стоимость каждой мотопомпы, представленной в моем рейтинге, можно, перейдя по ссылкам, которые я оставил в описании. Финальную тройку моего рейтинга открывает модель Husqvarna W40P. Она оснащена четырехтактным двигателем мощностью 1,9 лошадиных сил с ручным запуском, который обеспечивает производительность в 200 литров в минуту. Устройство рассчитано на глубину всасывания до 7 метров, в то время как высота подъема составляет 15 метров. Эта мотопомпа может эффективно применяться как для откачивания чистой пресной воды из колодцев, скважин, бассейнов и других емкостей, так и для орошения сельскохозяйственных участков. Для подключения трубопроводной системы используется специальный клапан с диаметром 40 мм, расположенный на корпусе. Корпус агрегата выполнен из металла, что обеспечивает прочность и надежность конструкции. Для более удобной транспортировки предусмотрена специальная ручка, а для высокой устойчивости на разных поверхностях предусмотрена силовая рама. Объем топливного бака составляет 1,4 литра, а весит мотопомпа 15 кг. В конце хочу отметить, что у этого устройства есть одно ограничение, касающееся максимальной температуры воды, которая не должна превышать 45 градусов Цельсия. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про низкий уровень шума при работе, приличную мощность, неплохую производительность, компактный размер, небольшой вес, удобство в транспортировке, достаточно экономный расход топлива и хвалят высокое качество сборки в целом. А вот про какие-то действительно серьезные недостатки говорить не приходится. Предпоследняя мотопомпа, о которой я хочу вам рассказать, называется Patriot MP1010ST. Эта модель оснащена двухтактным двигателем мощностью 2 лошадиные силы, который обеспечивает производительность агрегата в 166 литров в минуту. Сразу хочу отметить, что данная мотопомпа подходит не только для чистой воды, но и для слабо загрязненной. Она является одним из самых оптимальных вариантов при проведении воды в частный дом от колодца, собственной скважины или обустройства системы полива в сельскохозяйственных угодьях. Напор водяного столба достигает 30 метров. Также я хочу отметить корпус, который выполнен из прочного металла и оснащен достаточно устойчивой подставкой, которую практически невозможно опрокинуть или перевернуть. В комплекте имеются мерная емкость, соединительные элементы и фильтр. В конце отмечу, что диаметр патрубков шланга составляет 25,4 мм, а весит устройство 6,69 кг. В своих отзывах пользователи в позитивном ключе обычно пишут про невысокую стоимость, компактный размер, небольшой вес, автономность, хорошую производительность и экономный расход топлива. В минусы владельцы изредка записывают шумную работу и тугой стартер. А завершает мой топ-7 лучших бензиновых мотопомп для чистой воды в 2023 году модель Hüther MP40, которая оснащена четырехтактным двигателем с ручным запуском мощностью 2,8 лошадиных сил.
Этот двигатель обеспечивает производительность устройства в 300 литров в минуту. Агрегат предназначен для глубины всасывания до 8 метров, высота напора составляет 30 метров. Металлическая конструкция корпуса обеспечивает надежную защиту мотопомпы от нежелательных механических воздействий и агрессивного влияния окружающей среды. При этом конструкция также является достаточно устойчивой к опрокидыванию и переворачиванию. В комплект входят свечной ключ, набор инструментов и фильтр. Вес устройства составляет 18 кг. Не могу не отметить объем топливного бака, который составляет 1,6 литра, и диаметр патрубков шланга, который равняется 40 мм. Что же касается отзывов, то в них пользователи в позитивном ключе зачастую пишут про хороший напор, приличную производительность, легкий запуск даже в морозную погоду, стабильную работу двигателя и всей системы, хвалят практичность, надежность и высокое качество сборки в целом. В недостатке владельцы иногда записывают разве что шумную работу, но в остальном про какие-то действительно серьезные минусы говорить не приходится. Большое спасибо за внимание! Напоминаю, что ссылки на все мотопомпы, представленные в моем рейтинге, вы найдете в описании. Если мой ролик показался вам интересным, не стесняйтесь ставить лайки. Пишите в комментариях, какая модель понравилась вам больше остальных. А чтобы первыми узнавать о выходе моих новых видео, подписывайтесь на канал и кликайте по колокольчику. Счастливо!